Восьмая всероссийская спартакиада учащихся для Старого Оскола стала успешной в Краснодаре. Наш город представляли воспитанники спортшколы «Виктория» и по итогам взяли одно золото и два серебра. Как всегда, Александра Бонарцева выиграла без особых сложностей мини-трамп, а вот ее выступление на батуте стало просто прорывным. По итогам соревнований она вторая в олимпийской дисциплине. Ну, как бы мы к этому готовились. Сначала предвариловки в полуфинале я заменяла комбинации, и в финале уже решили полностью дать во всю силу. И вот. Для нашего главного тренера Юрия Повалева такой результат стал бальзамом на сердце. Это большой шаг вперед и серьезная заявка. Больше меня порадовало то, что Бонарцева стала вторая в индивидуальный прыжок на батуте. Это, конечно, во-первых, это шок для лидеров России. Это шок. Особенности в трансе Питер, Краснодар, Ростов. Это три такие региона, которые, наверное, долго спать не будут, я так скажу. Ну, мы молодцы. Мы смогли, мы удивили. Второе место для индивидуальных прыжков на батуте. Для нас это настоящая победа. Еще одну медаль для нас добыл Михаил Юрьев. На акробатической дорожке он проиграл своему постоянному конкуренту Антону Цесареву из Иркутска. В финале плохо прыгнул, не все получилось то, что хотел. В Краснодар ездили и еще два наших спортсмена. Это юный Алексей Третьяков и Вадим Алисов. Они были одними из самых молодых спортсменов, и для них было главным не участие, а победа. Выступление мне свое понравилось, но я не попал в финал, потому что там была очень сильная конкуренция. Ну, по чистоте не очень прошелся. Стал 24-м. В полуфинал не попал. Упорные занятия в зале дают свои плоды, и думается, что впереди еще много ярких выступлений.